Почти 70 детей пострадали в авариях с начала этого года. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году. Сейчас водителям напоминают о том, что летом нужно быть особенно внимательными. Мы беседуем с водителями, с пешеходами, чтобы они были внимательны на дорогах. Так как дети у нас не только на пешеходных переходах попадают под машину, но и во дворах. Во дворах у нас тоже будут проходить акции. Автоинспекторы вместе со школьниками 136-го лицея устроили акцию «Пешеходный переход». Они останавливали водителей и вручали им памятки. Рассказывали, что в летние каникулы нужно быть особенно осмотрительными на дороге. Мне очень полезно, я узнала больше нового. И мне было очень интересно, как полицейские останавливали водителей. И немного было смешно, а потом как оказалось, что мы их предупреждали. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.